перши полетели. Блять, вы заебали с этими твинами. Удалите их, в общем, нельзя. Полетели. Все. Буду пулять. Держись рейндж друг от друга. Паша, ты первый начинаешь танчить. В центре. На пулы сейчас в рунмейда. Поставил на него крест. Два танка, крест, печенька. А, я Полинору ЕП не снял, наверное, да? Или снял? Снял. Дайте лапу еще раз, ребаф просит. 5, 4, 3, 2, 1. Смотрите, милики иногда кидают огонь в милизону. Поэтому аккуратно. Выбежали кастеры. Послушай. Прохильте. Не лежь, дай БР по нему. И ребаф сразу и иннер заливаешь. Гоблин на танке, о моя госпожа. Ну вставай, послушай. Или ты еще раз сгорел? Сбили гоблина с моей госпожи. Зорика прохил. Так, Маша, перебеги на левую сторону, там почти хил. Похил. Подвигался, прохильте меня, подбежал вправо. На наеме гоблин, нужно гоблина сбить. Два гоблина, надо ксюхнуть. Не надо перетаунтивать, ой, покал это, Паш. У тебя 5 стаков, бля, висит. Сейчас на пулы на рунмейда играем по кислотной. Третья пачка крест, четвертая квадрат, пятая. Послушай, вставай. Маша, дай ему еще один БР, если он не встал. А, все понял. 5, 4, 3, 2, не играйте по огненной, там другой там. Геру дали. Паш, прожимайся. О мою госпожу прохильте. Милики, стойте, айсбаунд нажми, и Зорик можешь массакруй нажать. Женя, после харчука. Милики, стойте, вас самих разморозит. Паша, заберешь огненную, когда она закопается, Женя, пойдешь разморозишь. Иди размораживай, быстрее. В милизону, в мили, в мили. Не сюда, там где кислотная вылазит. Там где кислотная вылазит. Блядь, дебаф закончился. Ну, пиздец, забери, Паша, ну ёбана, ну. Ну вот, блядь, позаходили на двинов, блядь, пиздец. На ком будет дебаф, забегите в милизону. Да все, блять, минус 50 уже. Да почему убьем еще, нормально? Бейте, бейте, бейте. БР есть. Отдай Кусяла БР по мистеру Бонду. Сейчас он выбегнет. Нет, позорик упал. Позорик удал. Окей, кто там еще есть? Маша. Маша, отдай БР тогда по мистеру Бонду. Даю на ману. Мистер Рабон заебашки. На пул будет. Дополнить. Убивайте этого босса, заходите на мейну своих. Заебались с вами, да? Трусы.
побежали. Все. И петов уже поубирали. Также все. Когда он разгоняется, дух стаи нажимаем. Когда врежется, дадим геру. Алло, агро будет вообще? Ну ёб твою мать. Одну пулю дал из... Встаньте все в трусы. Барменталь. Снимай. Сейчас уже забегите все в пилар. Даже если стрелять не можете, ханды. Ага, молодцы. Супер. Право-лево, дух стаи. Тотемы уберите все. Разбежались право-лево. Все, дали еще одну геру и играете по боссу. Так, постреля инер свободный, если есть. То же самое, подбегите ближе к пивару, барменталь с тебя. По Полинору. Хорошо. Все, уже можете сбегаться в трусы. Еще два врезания. Если разбежитесь, убьете. Нет, то не убьете. Встали в трусы, все быстрее, быстрее, быстрее. Молодцы. Почему Пета не убрал хант? Иногда в Пета врезается. Право-лево, дух стаи. Не забудь. Сбежались. Блять, и трапы не ставьте. Кто трапы ставит? Ну, все это. Сможете. Не ставь трапы, хан. В трапы врезается. И пета, вот сейчас, вот есть время. Уберите в петов своих. Попроси уже, заранее. Врезается в петов, в порталы, во все, в тотемы. Логовский портал нахуй, уберите, блядь. Если разбежитесь, еще есть шанс убить. У нас нормально времени. Эмобой, это последнее врезание. Право-лево. Стреля, не беги только вправо. Было очень близко, Лера. Еще чуть-чуть, я на тебя задел бы. Готовьте массивы. Сейчас Берса будет, бурсите. Все, повезло, что откид, после откидки Берса. Войд, прыгай в ДЦшника. Женек, если ты еще здесь, заходи тоже. Женек, слышал? Я вроде пофиксил, вроде... А, все, заходи, Коля, ты тогда. Женя в ретрика, Паша в ДДшника. Все, снимаем там. А он один танчить будет, да, Саша? Да, да. Прыгай просто хоть что-нибудь дальше. Так, у меня здесь массейв хотя бы есть, Саша. Ну, если ты почти ничего не дашь, то можешь остаться. Ну, я там дам, симка там дам. Ладно, оставайся в танке. Все. Так, ставлю рыбу. Еще раз. Все вокруг креста РДшники по два человека. Когда будет появляться... Когда будет появляться портал, свечимся сразу в портал, будет появляться пенек. Все бурсты в пенек отдаем. Ну, это был последний раз, когда разрешил на пенек заходить. Все. Что, блин, пизду. Время только свое тратить на это говно. Все только нужны были. Ну хуй узнал, у тебя есть адекватные танки вроде, Саша, ты ставишь, ну, хуй пойми кого, типа, вот честно. Без обид. Типа, Женя танчит первый раз, типа, и румейн, я не знаю. Есть пейте, там, а... может, под помейнить и так далее.
А и он, папа, перебеги в левую сторону. Ну и люди, кто умерли, это явно не твины и не новички в этой гильдии. Да умер следующего... Вот, от того, что кислота сожрала. Ну замерзший умер. Да. Ну потому что Женя здесь не умеет размораживать. Я спросил, умеешь размораживать? Нет, умею, блин. Слушай, погоди, я откуда-то там вижу, кого-то там заморозил. Я сразу так повернул, и уже не видел, что заморозил. Жека, мы всегда убиваем ИВК, стоя жопой в стеночку, в одной точке, миллизона. Я говорю про кого заморозило, какую часть миликов. Миликов заморозило. Я сказал миликов. Ладно, все. Все, этого босса это провел. Этот. Убьем этого босса, зайдешь на шамана дальше, что будет сложнее. То ли Ю танчит, да? Я просто проебал. Да, только Коля танчит. Смотрите, вот очень много там, где сова людей стоит. У вас молния залетит, все сразу сдохнете. По два человека встаньте и рейндж держите. 10 метров друг от друга. Все, играйте. Сыграли по порталу все, мистера Бонда прохил. Каст у босса. Шачлон выбежал. Скоро стаки будут у босса, снимают все, кто может. Не только маги. Сняли быстрее. Долго стаки, в общем. На Йоми прохил. Кусяо Иннер пострели. Бета-тестер выбежал. Саня. Смотри только, чтоб тебя хилить могли. Каст, свечи. Полинора прохил. Не лезь, Иннер по Полинору закинь. Скоро будет портал появляться. Масса-сакру нажмешь, Зорик. Сняли стаки вначале, и потом все РДшники назад ходят. Давай массакру и Коля айсбаун. Мастер аур на огонь. Наеми гимн на хп. Кастер вас вообще бить не должно от портала. Еще чего он выбежал? Войд спирита приоритетом прохил. Големов доиграйте. Еще чего на прохильте. Все, добивайте босса, там еще будет портал чисто. FDK выбежал, прохил точнее его, стаки сняли быстрее. И шнурки выбежал. Если есть войд ПС-ка, можешь закинуть по мне. Саша, у меня еще есть масса сакра, напоминаю просто. Тогда она не понадобится уже. Ну я просто там напоминаю. Чтобы... Угу. Портал добейте только и босса только добивайте. Женя, выведи. Или бабл нужен. Стаки сняли. Долго стаки, ребят, быстрее. Появились, сразу пропали. С чего она прохила? Теперь, блядь, дядя Стэн, ты тут?
Жень, заходи на своего дамагера. Андрей, прыгай. Топава, пошли с ботантиш нам этого. Прыгай в танка сразу, ботантиш. На шамана или пока просто выйти? Просто выйди пока. Шаман твой понадобится с Валей, когда дистерн уйдет, это не Валя. Да, ну мне нужен, я пойду пока бабушку покормлю, ребят, я подойду. Да, давай. Так, Барменталь, тебе сейчас прям уйти надо? Ну тогда... Я дистерн вместо тебя. А пока вот здесь... Андрей, уфолог в хапава прыгай, пойдешь с Зориком хилить вместе. Дядя Стэна. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заслужите... Марсес, Джанг, тут кто-то из вас? Они хотели запятнать честь... Марсес, Джанг, Женек, Апокалипсис, кто-то тут? Я требую справедливости. Да, я все время вообще-то тут-то. Так а что ты не отзываешься тут-то? Ты меня первый раз только позвал. Конечно. Не, еще был Сум, я видел. Ну а току Сум был, я был в седьмой пати, думаю, значит не знаю. Саня, бета-тестер поставишь для дяди Стэна тотемы. Зорик и... Фобус идут хилить. Танка. Че, я нужен? Или я пойду дальше на кроватку? Да, уже пока нет. Ну я тут, а если будем надо, я сразу, я залетаю, ну я вижу просто, я на кровати. Хорошо, валяю. Все, тихо, хорошо. Будем играть по черепу через Геру. Квадрат, печенька и трусы должны быть законтролены, вот эти три цели. Первый пойдет грипп, тех дикей, потом хай. Потом ю-ю. Так, по контролям. По трусам. Первый определенно, потом Дексиона. И Кусяо по квадрату. Направить на квадрат, отправить Джанг, отправишь свою суккубу. Потом после суккубы в Аксархиксы, и потом не режь. АУЕшками, напоминаю, не бьем, играем точечно. Без АУЕ. Хант тоже может одну трапу закидывать, второй хант. Давай хант, который... Айон Папа под нас замедляющую трапу. Давай пиздить обычную фласку уже. Скоро же перепивать. Нет. Айон Папа под нас замедляющую трапу, а Slow Down закинешь туда что-то трапу, которая примораживает. И по печеньке Эмобой свою суккубу на печеньку отправь. Бета-тестер тоже запомни печеньку. Маша, ты еще тоже запомни квадрат. На всякий случай. Все, ставлю рыбу, все на доски заходим. Суккуб отправляйте после того, как я скажу. Кушайте рыбу. Также магии нажмите ледяной доспех. Паладина, бафните Вара. Если милики сорвались, миликов кайтим. Также, если вас бьет, кайтите, косты все сбиваете. Задача законтролить три цели и убить максимально быстро, без АУЕ. Джанг, дядя Стэн, чего не хватает? Давайте быстрее, ребят. Каску не хватает. Каску. А каска у нас один пол, все, два паладина. Ну я не всегда вижу, что ты написал. Все, все готовы. Забежали все на доски. Сейчас я расставлю еще метки. На всякий случай, на миликов, чтобы их видно было. Так, сейчас вон... Ты можешь свою суккубу на Вилану отправить, а ты... Что там, Джанг, по-моему, свободная суккуба на самого. Дерево изгнать. Вар все знает, как делать. Жетанчу. Шнурки, Жень. С досок никто не сходит. Рано. Череп, Геру дали, по черепу играем.
Луна сорвалась, приморозил луну. Все хуево. Все хуево. Очень хуево. Пытаюсь миликом околдовать. Контрольте трусы. Трусы под контрольте. Миликов контрольте. И кайтите. Череп добивайте, дальше по трусам. Маша будет хватать сегодня. Проклятие. Кто так рано пошел? По трусам играем после черепа. Остальных контролем. Череп добили вы? Зачем его? Квадрат тоже законтролить. Маша дал дек сегодня бы. Косты сбивайте трусам. Лок красноясно кастеров повесь. Дексион, дайте еще одну геру. Все, я отвезу кайфу его. Миликов маги подмораживайте, контрольте, лицом не танчите. Также есть масферы, можно масферы отдать. Дальше играем по печеньке, по квадрату точнее. Здесь никто не хилит, Румань, зачем ты стоишь? Либо кайтить, либо... Дальше по квадрату играем, миликов кайтим, продолжаем. Печеньку контролим, печенька стреляет. Не уешьте, ребят, контролить можно. Печеньки контроль не сбивайте, алло. На мне два милики. На Америка на мне. Хорошо. Без профила зуба. Печеньку потеряйте дальше. Диминишит на хексы на этот. Ветер. Так, стой, стой, возле них. Возле них стой. Дестен. Бил. Вот давай. Сейчас у нас там есть. Дальше по печеньке играем. Ужас, сведем. Давай, своди есть там. Вот свожу. Давай. Как отбежать, блядь, из-за медла не успел. Я скину себя. Главное, будем здесь. Косты сбивайте еще так же. Один на тебе, второй сейчас на тебя. Ладно. Печенька может зафирять, поэтому РДшники чуть раньше наберите, чтобы диск продать. Отбеги от Мулара. Все, дальше играйте по черепу, сейчас поставлю. После по трусам. Дай сам повару. Меликов утащил. Рано в суккуб кто-то отправил, не гриппость пошли, поэтому терялись. Трусы. После трусов по дереву и потом миликов уже по одному. Диспел. Вс,
Давайте дерево. Давайте лесенку ДКшников одного милика любого притяните. Петя иди первый, потом FDK. Коля последний. Звездочку вон взяли, грипайте звездочку. Звездочек гриб. Идите еще то же самое делайте с любым миликом, такой же лесенкой. Лицом не танчите, так милики смотрите, не поубивайте себя в бета-тесте. Все, отбежали все от центра. Женек, мы идем на этого... Валик, заходи. Да, да, захожу. Петя, давай в танка, Коля в танка. Дядя Стэн, остаешься или надо уходить? Ну, сейчас уже более-менее могу остаться, если надо. Если надо, могу уйти. Давай я тебя вместо Женька возьму. FDK в танка. Нет, возьму лучше Стэна в танка и вместо кого-то Женька. Нет, вообще в танка, блядь. Мало, что ты не хочешь, прыгай в танка. И Паша тоже прыгает в танк, румейт. Два ханта, смотрите, берете светлую, становитесь вот здесь, напуливаете в Юи, напулили, взяли темную и подбежали к нам. И стоите с нами. То есть вначале взяли светлую, напулили, взяли темную и подбежали быстро к нам, пока сферки выходят. Вот, звездочку в танка, танк. Мейн танк печенька, он будет двух сразу танчить. Смотрите также все за своим агром. А ваша задача напулить ромбик печеньку. Теперь по твоя задача не одну сферу в нас. То есть тебе не надо убегать туда далеко. Вот, твоя задача вот эта часть. Вот. Смотри, не проеби сферки. Рыбу ставлю. Кушайте рыбу. Женька засумоньте, поставьте шкаф. Это уже готовность на пол. Все сбегаемся в одну точку стоим. Чем кучнее стоим, тем меньше вероятно, что у нас залетит. Ну и, понятное дело, танк. Все.
Петя слева, ФДК справа, Паша сзади. Босса никто не бьет, пока танк не подведет. Еще раз готовность. Хант. У меня не высветилась готовность. Тоже. Слоудаун. Слоудаун. Танк Хант. Ты должен стоять возле черной, напулить, прожать черную и прийти в рейд. Так ты стоишь напулить возле белой воронки. Вон, видишь, это где ты не танк. Беги к черной этой сфере. Возьмешь черный, на скотах подбежишь и возьмешь черный, подбежишь в райд, все. Все, пойдите, пошел Коля пулять, босса никто не бьет. Ханты можете сразу по себе пулять. Смотрите, сферки не проебите. И Кусяло, следи за Огромсовым. Все, играем по светлой, по звездочке, соответственно, и за Огром следите. Можете пока не брустить, но все. Скоро спецспособность Кусяло с Альву там. Боб по Кусяло или с Альву. Приготовьтесь, скоро спецспособность будет. Взяли светлую, дали Геру, играем по темной. Бурсты нажали. Геру дай. Потом возьмешь черную, блядь, Викей. Каз сбили. Прохилили, сейчас словите темные сферы. Играем все по темной. Переводи, Коля. По пути не ловим темные, когда перебегаем. Смотрите, летит темная впереди. Аккуратно. Еще одна летит в рейд прям. Дай БР, Маша, по мистеру Бонду. Мистер Бонд, бери темную под 50 на 50 всегда бей. Мележ, дай по Вокстар, БР. Ваксар, смотри, темную тоже возьми, что глубоко. Взяли все свет, темную берем по светлой. Бурсты тоже нажали. Каз сбили. Хорошо. Прохилили. Сейчас светлые ловите, если что. Перебегай, Коля, по пути смотрите, там летит две светлые, аккуратно. Кучно, кучно. Хорошо. Сзади. Закастуй на ее мигим на ману. Или баф Машу. Маша светлую возьми хотя бы. Ловите сейчас все сферы. На всякий случай. Темная воронка, продолжайте бить, танки прожметесь. Коль, нажми массакру. Ой, май сбал. Маша оверхил. Опять сфера залетела. Смотрите, чтобы светлые в нас не залетали. Далеко бегаешь у меня. Очень далеко. Спецспособность 4-14, там дальше будет светлый ОЕшный каст. Приготовьтесь танки темные ловить. Уже можете и светлые, и темные ловить. Взяли все светлые. Играем по темной. Вытяните, Ваня, кто-нибудь из АФК. Да, я тут. А, заходи, будешь нужен. Что, мне на медведя? На салу? Нет, он, наверное, оставайся на этом, на паладине нужен будет 4 пала. Барменталя нет. Еще 3 хотя бы сохранить паладин. Так. Так. Один человек на замену сейчас пойдет. Давай, Лера, на замену.
Ваня в рейд вместо тебя. Паша, рунмейт, надо что-то с боссом? Давай ты на замену тогда. Женя, Скибиди тут. Да, я тут, я, блядь, прям из это. Все нормально. Прям заходи на Эршам. Блядь. Да, блядь. Так, ханчишки. Знаете, что тут делать? Или первый раз кто был? Второй слоудаун или как там? Смотрите, босса не запульте. Юра, наверное, надо тебя отправлять дальше. Посмотри, он написал плюсом, трой написал, я шарю. Он вам шарящий, пацаны. Блядь, сейчас будет минус 50. Нужен резервный вариант. Конечно, там единственная шмотка, которая мне нужна с этой хрени, это здесь штаны с Ануба. Так, ладно. Напоминаю, Коля будет танчить. Коля будет танчить. Давай ханты хотя бы разок посмотрят. Это два новых ханта, блин. Лучше взять все-таки тебя. Иди заходи. Надо им, наверное, детально объяснить будет. Ну, я детально постараюсь объяснить, но это все равно два новых человека. С нами первый раз здесь. Именно с нами. Поэтому лучше перестать. Погоди, пускай хант распишет. В двух словах, что от тебя требуется? Ты уже все тут делал, да, вот Петя тебе. Все, а, заходи просто. Заходи. Да. Да потом ты получишь эти штаны, не спеши. Ну хан, короче, хан дает жопу, что он сделал все. Ну что? Ничего, премия Дарвина в деле, 2000 ЕП. А у них есть? Так, смотрите, короче, по очереди, мы играем все в Ануба, ханты напуливают мобов, слева будет напуливать у нас, давай, слоудаун, двух мобов, танк это шнурки оф лайт, в него напуливаете, слева, вот так как мы стоим сейчас к Анубу смотрим, справа напуливать будет, мистер Бон, кстати, будешь на подсейве слева, если вдруг что, справа будет напуливать Кущавого, и Ренессанс, точнее. И второй будет на пол от второго ханта Айнкранда. Не запульте вы босса, там летают аккуратно. Дальше. Мы бьем Ануба, он выходит две пачки мобов, Ануб закапывается. Когда Ануб закопался, все перебежали в центр. Ануб выбирает какую-то цель. На этой фазе не кидаете на пулы. Ануб выбирает какую-то цель, эта цель бежит в ромбик. В ромбик вместе с Анубом, вместе с целью Анубом и человека, которого выбрал, Ануб бежит. Зорик. Зорик закидывает первый боб. Как закидывают вам боб? Подбегаете к луже, становитесь перед лужей, ждете, пока подбежит к вам Ануб. Две секунды окончания боба заходите на лужу. Смотрите, раньше на лужу не зайдите, станьте чуть дальше от нее, чтобы не взорвали. Так вот, взорвали первую лужу, весь остальной ред заливают в кресту мобов. Приоритет мелкие мобы. Потом выбирается вторая цель. Вторая цель бежит в район квадрата, там тоже будет разбита лужа. То же самое, ждете боб. Закинули боб, второй боб закинет фол. Второй боб закинет 4 кнопки. 4 кнопки. Закинул боб, ждете 2 секунды окончания боба, зашли на лужу. Дальше. Ануб выбирает третью цель. Третья цель просто убегает к речке. То есть не через рейд, просто убегает, раскачивает Ануба.
Потом ануб выкапывается, все то же самое повторяем. Бьем ануба, тупо ануба бьем. Две пачки мобов выходит. Две пачки мобов выходит. Ануб закапывается. Опять выбегаем в центр все. Выбегаем в центр все. И третий уже бежит закидывать боб фобус. Закидывает фобус боб в ромбике. Ждете 2 секунды окончания боба, разбиваете. Так как у нас 3 паладина на второй закопке, в квадратик человек, которого выбирает, ну, сразу забегает. Еще раз напоминаю. У нас 3 паладина, поэтому в квадратик сразу забегает именно на второй закопке. И потом третий человек тоже просто убегает. Если нужно будет, ему разобьют сферу. Все. Теперь за саппротами возьмите Юи, возьми саппрот, Хай возьми саппрот, Скибиди возьми саппрот, и все берите саппроты. Кто не перепьет потом саппрот, лучше со старта выпейте. Подождите, я не взял еще. Да, не спешите, вам скажут. И можете еще определенно кидать. Обмен. За саппротом. Также СС Дексиона по слоудауну, Шачлон по Айон Папа, Эмма Бой по Ренессансу, Бой по Ренессансу и Джанг, ну, если будет все нормально, за сейви до третьей фазы, за кастуешь на Зорика. Да. От меня только первый боб, да, все? Да, у тебя первый боб, и смотри, щитки не закидывай на шнурки. Угу. Также, ребята, никогда не взрываете цель в районе креста. То есть в крест никогда не выносите, не ведете ануба. Вроде также смотрите такой... Надо, да? Когда он закапывается, меня на путь. Да, я уже рассказал. Когда... Также смотрите, вдруг по какой-то причине... Он может выбрать крест первой целью. Крест выбрался целью, все отбежали от креста. Дальше ребята знают, что делать. Просто все убегите от креста. FDK знает, что сделать. Все, кушайте рыбу, да будем начинать. Главное, таймер не забудь запустить. Да, нормально все. Да. Садите да. Жрать рыбу. Что еще раз? Рыбу садите жрать. Все, идите, ешьте да все рыбу. 3, 2, 1, сел жрать. Я на себя поставлю метку квадратик. В основном все за мной бегайте. Женя, интеллект бафнет. Ладно, я сам. Что баф... А, интеллект таки. Саня, я слева, правильно? Ты справа. Да. Вместе с Айон Папой и Слоудаун слева напуливает. Бокер — это крест. Еще раз напоминаю. Все, готовность на пол, все к квадратику, кто готов. Где-то тестер, джанг, эмобой. А щит ему тоже этот нельзя давать, который минуту действует? Нет, вообще никакой щит ему не даешь. Никакие. Ну, понял. Пулит именно танк. На первой секунде можете припоты пить. АП 4 секунды. Выше. Я на пулю, не беги сюда, на правую сторону, я все знаю, что делать, ну. Я ему сказал задачу. Ладно, давайте вы вдвоем тогда знаете, что делать. За таунте жука. Я тебе его грипнул. Он за таунте, он нормально. Я за таунте, но он при таунте. И дал таунт КД, таунт КД. Ну все забыл. Маша, дай БР слоудауну. Слоудаун. Так ты знаешь, что делать. Ребафните его. 30 секунд. Вышли. Не лежь, дай БР по джанку. Ребафните его. Скоро босс будет закапываться. Приготовьтесь в центр убегать. Инфант опять вдох. Блять. Минусы наводите. Там СС. Да. СС уже был.
Врамбес бил сферку. Дексиона побежала вместе с Дексионой и Зорик. Все остальные помогут играть. Мелкий трэш перейдите, РДДшники, зайдите на лужу или за ближе к стенке подойдите, чтобы мелкий трэш шел через. Я блинкнусь еще. Короче, Айн Папа, ты слева напуливаешь, справа напуливает Ренессанс. Приготовьте вторая цель, закидывает 4 кнопки. Боб. Фобус побежал, 4 кнопки ему, Боб. Все, сейчас все, никого не выбрало. Ну, по квадрату пересместитесь, квадрат именно ко мне. Нет. Третий человек просто к речке убегает. Играйте по мелкому трэшу, мелкий трэш приоритетом. Босса не трогайте, пока трэш не добили. Скоро мобы выйдут. Не встаньте мобов, наоборот, их крипайте ближе к нам и добивайте. Добейте последнего моба. Слоудаун, играй пока по нубу. Раз напуливать никого не знаешь как. 38% у босса, стопаем урон по нубу. Андрей, не забудь, ты бежишь. Боб закидывать урондик. процентов. И стопаем урон. Стопнули урон, ждем, пока немножко танк наберет агра. РДДшники, очень аккуратно играйте по мобам. Все, милики, не бьете, босс. Вы будете далеко от этих автотаймов, и будет плохо. Бежали все в центр. В ромбик сбегаем. Хай побежал в ромбик. Смотри, Бог сейчас будет джанг. Да, от фобуса. Буду здесь держать. Сейчас следующий человек просто сразу в квадрат забегает, кого выбирает. Ну, если умеет кайтить, может покайтить. Но только главное не умереть. Кто не умеет кайтить, сразу в квадрат забегает. Шашлон побежал. Все остальные стреля, побежал в квадрат. Просто беги сразу в квадрат. Квадрат, не в квадрат. Под шипы не лезьте, отбежали все за квадратом, именно в квадратом целью, за мной. Зорик, убегай подальше к речке, Джанг, убегай подальше к речке. Зубы, Войд, пробеги с ним, зубы ему закинешь, чуть что. О, блядь, кто лужу разбил, вот кто просил? Да лужу сейчас заруинить. Добили трэш. Подошли все под жопу к нубу. Если что, Сань, первый мастер у меня. Хорошо. Сань, вот здесь, вон, о, красавчик, правильно стоишь. Может, чуть ближе подойти даже. Давай скибиди Геру. Коля, айсбаун. На Йоми нажми гимн на хп. Зорик, давай массакру. 4 секунды. Сейчас выйдет. Уже стой. Жди, не напуливай. Дай на пул. Барби, теперь бей их. Бонд вылетел, слышали, да? Да, нормально. Хант, который... Мок один подошел, брат. Сейчас его заберу. Фильм, Андрей. Ага. Забери, затаунти его. Я с камнем. Ренессанс. Прохильте. Дайте ребаф Ренессансу. Войд, нажми гимн на хп. На Йоми нажми гимн на ману. Хант, который слоудаун, бей по нубу, в гона прицельным. Бей. Я ровно в тайминг, да. Нормально. Хильте как можете там. Дайте еще одну геру. По-моему,
Войт, нажми гимноману. Напуливай, напуливай, напуливай. Чуть-чуть меньше хила хилите ануба. Давайте, 3%, душим, душим. Душите уже. 300 тысяч. Все, молодцы. Почему я сейчас в тайминг даун? Чтобы там доли секунды такие. Конечно, штаны упали. Ну что это такое, блядь? А бонд в игре сейчас или вылез? Кольцо танка сказано, ну. Да, нет. Третье штаны, типа. Понял? Ты понимаешь, Юра, если бы тебя здесь не было, мы бы. Я не говорю, вообще не закрыли. Просто оно вот лучше бы оно не падало бы, блядь. Ну, крит хард плащ, кайф. С ПДшной? Да. Короче, нормально. Скажу от себя, на успех на танка тоже паролись, никому вообще не надо будет. Если вообще никому. Чё, Саня, свободен? Меня? Если шмотки не надо, подожди, только я начислю ИП и свободен. Ух, драка за это будет. Также все, кто останутся, вы можете Груль Маги кабычку сходить очень по фасту мне на работу за 100 ИП вам дадут все. Так Рулаха и Амбу убили, не? Да. Ну все убили уже. Остались обычки так. Окей. Так что можете сходить в обычку. Сейчас, подожди, забираю лут, чтобы не проебаться на меня. Вань, ты останешься заодно по минусу выйдешь за шмотки. Бля, 3 токена на плагина. А, бля, просто. Ладно, я сейчас Андрею дам возможность. Что, Андрей? Поминусуешь за шмот. Так, это получается за последнего 150. Это 200. Еще плюс 200, 400. За 50 на 50. Так, хорошо. Сейчас... А смотрю, ты, по-моему, за всех бот продавал? Да, я за всех дал. Так, минусани... Андрюха, минусани еще ханту. Его минусанули уже. Нам минусовали с Пашей за первого босса. Так, это что? Нет, минусовали. Пояс и ИПшник. Давайте только быстро, а то мне на работу бежать. На успех. И надо там? Нет, просто ставь ставку и все. Просто всегда 10. Я пиши. 10 раз, 10, 2, кидай мне квадратику. Андрюх, всегда ставь 10, а если больше никто не написал, забираешь и все. Паша, мейт, кинешь тоже ментом за головой, потом ты ж голову сразу. Слышь, а у меня пилотин не привязывает. Привязанные. Так, сейчас Груль Маги кабычка тоже заебаю. Панцирь рольте, хантишки. А что там падало до этого, до... На куда я был? Жень, потом два разберемся. 10 раз, 10, 2, да. Там, наверное, рыбала что-то падало. Потом разберетесь, нихуя себе. Все равно твой персонаж самый последний приоритет. Не знаю, но как бы это... Вот это кольцо. Вот это кольцо. У Фобуса приоритет последний. Если кому-то надо, рольте. Хуя себе на последний. Я тут ебашил, бобы давал вам. Без меня вы не убили нас. Короче, Фобус 10 раз, 2, кидай мне. Типа, если получается, типа, имеешь твина, то его, это твое ЕПС мене такой же сам, как у твина, правильно, типа, или как? Да. Штаны выпали. ЕПС-шем штаны тканевые. Раз, два. Никому не надо. Окей. Давай, блядь, а можно я просто заберу нахуй? Нет, не честно, 10 ИП, чё жалко. Ты хуя, если так по 10 ИП, я нахуй чё буду. Андрюх, не жадничай. А это на кого топор? Это комбо трогает. Это только комбо, ты больше никому не идет. Ну, может, ханту чисто какому-нибудь. Как вторая пушка. Раз, два, никому не надо, окей. Дальше полетели. Пояс ватный. Это я тоже, если никому не надо. Это Жека, по-моему, можешь забрать. С какого падал босса, скажите? Вот этот, по-моему, падал с того босса, на котором ты был. Со второго же, по-моему.
Давай мне я ему потом отдам, короче. Хорошо, давай, отними скибиди 10, если... Боты ебашим. 10. А кидай мне, блядь. На. Андрей, кинь мне обмен. Давай. Себе 10 скибиди. Дальше, грудак. Раз, два. И, да, да, 10, 10, 10. Бля, я пока найду это ебаные себя тут. Что такое? Кидай, кидай. Дальше давай ботиночки. Завтра, давай завтра кару добьем, давай, хорошо. Фантишки, надо ботинки. 10. И такого у тебя там время уже много, да, там уже час ночи у тебя тоже. Раз, два, никому ботинки не нужны, да? Окей. Бля, да. Давай ботинки сюда, нахуй. Давай обмен. Продам, нахуй, либо распылю. Паша, раз, эй, два, кинешь. Паша, кинешь потом обмен. Пояс да, чехол. Чего пояс? Пояс. Чем, да не фудите, пожалуйста. А, значит, меня не было, все, значит, забирайте. Ох. Значит, уфолок себе от них. Этот пояс кожаный, раз, два, никому не надо. Это, ребят, там у нас он с гильдии, у народов уже час ночи, так что кару давайте завтра это принесем. Приходите. Пояс ватный, нахиловской говнячий, надо кому? Честно. Раз, два. Понял. Ты себе там ЕП отнимай по 10, если ты это забираешь. Я его нахуй все продам. Бля, так я сам могу продать. Ладно, потом. Кольцо ты танковское. Ты на меня этого смотра не увидишь, можешь переживать, нахуй. Стар, можешь мне твои тина моего в гильдию взять сейчас? Я напишу. Давай. Потом, давай кто-нибудь другой. Так, хай тогда 10, раз, два, кидай обмен 5. Плюсуйте ЛФГ, у кого там твинк? Я тебе уступил, видишь, нахуй, ты ничего решать. Дальше, ботинки. Мобой 10, раз, воид 100. Давайте по фаст, по шустрику. 200 войд, 300, еще чулон. Поставьте, пожалуйста, шкаф и рунмейда засумайте сюда, я ему там должен шмотки отдать парочку. Вы друг друга, ребят, что просаживаете по ИП-то, блядь? 1000 войд раз, 1002, 1003. Войду там снимаете, надеюсь, ИП вообще? Да, да, да. Там, где войд, кидаем. Я тоже не снимаю. Полинор, ты тоже не уходи, я тебе там на шмотки раскуришь. Кожаные ноги. Саша, шлем не мой. Маш... Шлем из дурик хотел. Не успех. Кидай обмен, Андрей. Андрюха, можешь добавить фильм? Я сейчас тебе общу. Лейтенант, ну, блядь. А, ты жопнулся, ладно. Танковский мечик. Блять, опять он упал, сука, а вот опять он упал. Я заберу, если там. Петя надо забираю? Ну, просто. Кидай. Кидай обмен, Петя. Че я с дыркой, блядь? 10. Ух, 10. Почему, блядь, вот я не понимаю, как... Ладно. Сила Эстаса, войд 5к. Сейчас вон 7. Войд 10, раз. Че, пояс упал, что ли? 11, чем обои. Войд 15, раз. 2, 15, кидай мне. Ну хуй его знает. А кто там не идет в кару? Сейчас Маша не может, там что там, тот еще не может пойти. Время уже поздно. Токен, паладин, жрец, слог. Сюда, давай. Там сразу три штуки. Да, это ты делаешь. По шустрику. Зорик, Бернадо? Женя, надо тебе? Ну я на оффроуд. Для Фобуса. Давай, Фобус, ты будешь адрес улучшать? Ну да, да. Что улучшать? Тогда минус 30, Андрей, себе. Сразу три отдаю. Я 20, мне 2 надо. Ну один пускай валяется. Ну тогда...
Скибиди отдай за 10 еще один. И... Давай, давай. А, подожди, Скибиди. Подожди, стой, стой. Женя, у вас другие токены разные. На. А. Да не надо. Стреля. Стреля 10 раз. Айон папа. Айон папа дальше 100 идет после 10, а не иди. Ставишь? Кидай стреля. А, подожди, стой, стреля. Тебе на мейн стреля или нов? А, ну так кидай Айон папа. А тебе Айон папа на мейн нов. Ну, быстрее только. Давай кидай менту. Квадрату за 10. То на работу уже опаздываю. Все, Айон папа минус 10. Полинор кинь обмен за на распыл. Подожди. Шмотки. Подожди, стоп. У Апапы ты 10.